Московском государственном институте культуры дали старт финалу Всероссийской олимпиады «Я профессионал». Участники – бакалавры и магистры из разных вузов России, от Калининграда до Владивостока. Они уже прошли отборочные этапы, писали тесты, писали полуфинальные состязания в онлайн-формате. Финальные состязания включают командную и индивидуальную работу. Студентам предстоит защищать свои кейсы. В Московском государственном институте культуры Всероссийская олимпиада объединила студентов по направлению креативной индустрии. Мы гордимся, что «Я профессионал» заметили наш вуз и по назначению отправили сюда ребятишек, потому что все наши студенты, а их практически около 5000, они учатся в той атмосфере, которую мы называем креативной атмосферой. В этом году по направлению креативной индустрии было зарегистрировано почти 18 тысяч человек. Из них более 2000 прошли отборочный тур. А к полуфинальным испытаниям допустили только 617 конкурсантов. В стенах Московского государственного института культуры это уже третий сезон Всероссийской олимпиады для студентов. Победителей ждет премия и большие карьерные возможности на портале «Россия – страна возможностей». Успехов! Вперед к победе! Ура! Во Всероссийской олимпиаде для студентов задействовано 33 высших учебных заведения страны. «Я профессионал» – это один из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Анастасия Кравцовская, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ.